Друзья, здравствуйте! Ну где, как не на этом диване, я должна вас приветствовать. Я безумно счастлива, что вышел наш очередной влог. Спасибо большое, что вы со мной. И сегодня я с огромным удовольствием прикасаюсь к творчеству прекраснейшей группы А-Студио в лице Кэти Топурия. Поехали! От любви своей я улетаю, я не могу без тебя, я все думаю о нас. Что происходит? Что происходит? Проверка по базе, по розыску, по наличию оплаченных штрафов. Невозможно рассказать вам историю мамы. Очень сложно. Пойдем. Наступила зима, да. Ксюш, сегодня я не приглашаю тебя на пандус. В следующий раз. Да. Ой, поняла. Привет. Привет. Что делаешь? Я делаю все сложное. Вот все сложное, блин. Все пойду. Мы не ищем легких путей. Пойду умирать. Как я уже поняла. Ну давай. Пока. Что ты предпочитаешь употреблять? Чай, кофе? Имбирь, мед, лимон. Вот такие вот неприличные блюда. Невозможно рассказать вам историю мою, как знакомый с тобой. Осторожно. Мы подъезжаем к Мосфильму. Классная песня, кстати. Да, песня классная. Вот сегодня одна песня, где? Одна. А что там у меня было? Три части один, три части два. Так. Пожалуйста. Все уж. У нас слишком высокая температура для этого градусника. Как знакомились с тобой. Осторожно. Скоро я взлетаю и тебя теряю. Нет, сейчас, мне кажется, слишком сильный грузинский акцент звучит. Я вновь приглашаю вас на пандус, пожалуйста. Прячь нос, да? Хорошего дня. Отличного дня, приглашаю вас на пандус. Приглашаю вас в апартаменты, Ксения. О, пожалуйста, заходите, чувствуйте себя как дома. Спасибо. Располагаемся. От любви своей я улетаю, я не могу без тебя, я все думаю о нас. Я приверженец удобной одежды, удобной обуви, и, конечно же, ботфорты были для меня новизной. Я никогда не носила ботфорты. И... Меня, знаете, там как сводят, простреливает тут в одной точке. И первый раз у меня случился в точь-в-точь. Мне кажется, вообще много первых разов случилось в точь-в-точь. Где, как не в этом прекрасном шоу, вы сможете надеть на себя то, что никогда в жизни не надевали. А, это у меня еще такое сооружение на голове ага. будет. Девочка в детский садик относит крышечки на первом месте. Теперь она будет на супер первом месте. Да? Тебе реально очень хорошо. Закрой глаза, протяни руку. Тут не смотри. Выбирай. Класс. Класс. Вспоминаю. Сегодня я Кэти Топурия и мой водитель Ксения Мамаева. Мы приехали на Мосфильм. Здравствуйте, точь-в-точь. Здравствуйте. Ой, как же хочется. Хочется спать? Или на море? Хочется всего. Хочется сил. Ксюшенька, я тебя приглашаю на пандус. Сейчас
хочешь, может, что-нибудь подержать, а то как-то мне кажется. Нет, мне нравится. Тебе нравится сложности, когда у меня, да? Все руки заняты, рюкзак тяжелый, все падает. Ну все, пойдем. Ну пойдем, Ксюша. Хорошего дня. Хорошего дня. Всем добрый день, друзья. Если у вас есть какие-то медитации для привлечения силы, пожалуйста, скидывайте в директ. Мне это очень нужно сейчас. Я еще подлиннее сделаю. Просто. Знаешь, такая борьба с собой просто. Может быть, и покороче юбочку надо. Тогда будут уже трусы. Я готова. Поехали. Чем больше у тебя этих рук, тем тебя больше. Я откуда-то вот оттуда спускаюсь. Hips wash out as the sight from the story you found you. Очень сложно вспоминаю, словно сон, как запомнились с тобой. Осторожно, скоро я взлетаю и тебя теряю. От любви своей я улетаю. Я не могу без тебя. А губы остаются, да, свои? Да, да. Кроме нижней. А вчера было тоже свои, кроме верхней. Она тяжелая? Ой-ой.
Очень многие задают вопросы, сколько весила эта конструкция на голове. Практически ничего не весило, это был очень легкий материал, поэтому не все так страшно, как многим могло показаться. Не из железа было. Сейчас увеличить каждый день новые испытания. А сколько по времени вот создается, например, эта маска? Ну, дня три. Бывает дальше. Чуть-чуть уголок губ чуть выше сделал, не похож. Прибрал, похож. А из чего она состоит вообще? Ну, это силикон. Силикон. Губы свои. Вер, так получается тембр. Просто редкость. Прямо очень. Абсолютно. Ну, это именно аналогично, потому что я тоже ушла сюда на грим и слышала репетицию, и тоже как, ну как у тебя вообще. Правда попадание, круто. Каждый день выдают вот такие вот талончики на завтрак и на обед. Самое драгоценное, что есть на площадке. Мы, правда, ими не пользуемся. Знаете, как скучать будете потом еще по нам? Да мы уже скучаем. Вы будете просить приехать. Ребята, я к вам приеду. Вы наклеите мне что-нибудь. Да. Все, целиком. Покрасочку. Это вот самая главная вещь, с чего все делается, да? Это и есть слепок. Ну, по сути, это слепок со слепком. Твой. Ой, слепок со слепком. Твою лепшу. А посмотри вблизи. Ой. Потому что она прозрачная. Чтобы меня узнала? Сложно, сложно понять. По губам. Да. Вообще. Если ее покрасить? В этом есть что-то такое. Все-все-все ты учла, и челюсть даже чуть-чуть поджимаешь, и есть вот все вот то, что чуть-чуть вываливаешь иногда звук, наоборот, иногда на, ну, все акценты все расставлены. Ой, тебе тоже пойдет быть бритой. Помнишь? Что происходит?
Круто! Круто! Это тебе идет такое? То есть ты считаешь, ботфорд это мое, да? А что нет? Каблуки же носят? Не ношу. Нет? Очень редко. Прям. Ого! Мои каблуки остались далеко в прошлом. Во временах группы СРД. Ага. Я на спа-процедурах. За мной ухаживаю. О, Саня! А ты что тихий такой сидишь? Я посмуглее сделаю? Руки сделали. Да, мать. Слушай, срочно, я тебе скажу, что делать, я нужно срочно купить подборы. Очень круто. Я бы даже посмотрела, где эти продаются, конкретно, которые на тебе. Я понимаю. Я представляю, что на них будет носить. Катя, я просто очень хорошо знаю. Можно встретить в коридоре свои. Тут такой знак с подфортами ногами. На меня намекаешь? Да, конечно. То есть ты мне предлагаешь встретить свою судьбу в подфортах? И с такой прической? В фильме. Глаза. Карен. Либо пошла на встречу со своей судьбой. Сейчас все, что ли? Да. Интересно, нас поставили, мы с тобой с такими прическами. Да, две странные. И как круто, линзы. Прикинь, я не могу одевать линзы. Почему? Меня уже тут 10 человек не принимает. Они при сборе были, это просто... Мы идем на точечку, на ступеньку. Да. Я прикрою, но своей силой спиной. На сцене точь-точь А-студио! Из точки Роза Рымбаева в точку Кэти Топури. Oh!
сложно рассказать. Вот поэтому мне нравится «Точь-в-точь». Там очень крутые, кстати, ребята в этом сезоне. И Настя Спиридонова, и моя очень такая большая сейчас любовь, это Маша Зайцева, которая уникальная вообще, такой талантище невероятный. Поэтому... Макс, я знаю Машу вообще, вот я вот такую себе, я народного артиста, она пришла, я вел, вот такую я помню Машу. Классную, правда? Вот. Все, какой диапазон, что она творит там, это просто, это так здорово. Скоро я взлетаю, и тебя теряю. Феноменальному попаданию в тембр, в акцент, это, конечно же, Маша Зайцева. Маша Зайцева! Маш, помимо твоих вокальных данных, я понимаю, что ты сильная девушка. Скажи, сколько весит вся эта штука на голове? Это не тяжело ли, нет? Она на самом деле не такая страшная, как кажется, по весу. Маша меня не устает поражать, потому что, когда я узнал, что будет перевоплощение в Кэти Топурия, я подумал, ну кто же сможет попасть так точно в этот тембр, потому что я не слышал ни одного перевоплощения в Кэти, чтобы оно было достоверным. Но и это было настолько точно. Вот местами фразы были, ну просто идеально с ее вот этим акцентом. Хилла сразу же порадовалась акценту. Значит, она у нас специалист по всем кавказским акцентам. И это действительно было, ну Маш, ну ты сохраняешь свой уровень. И это, я не знаю, чего это стоит, но феноменально. Как жаль, что я вас раньше очень близко не знала. Вы потрясающая певица. Спасибо большое. Как точно, как стильно. И, знаете, очень важно на эстраде быть узнаваемой. Абсолютно попали. И настолько вкусный грузинский акцент у вас получился. И она, конечно, очень вкусно это все делает. И тембрально, и вокально все очень красиво. Спасибо большое. Машенька, во-первых, это невероятно красиво. Во-вторых, абсолютно вот как Кэти строит взаимоотношения со зрительным залом, она не похожа на других. У вас это получилось. Поэтому все остальное вообще было идеально. А это я отмечаю как невероятное достоинство, которое почти никому не дали. Спасибо. Максим. Продолжая тему Леонида Исаковича, я бы сказал, что Маша вообще ни на кого не похожа. От программы к программе это перевоплощение замечательное. Пускай не обижаются люди, которые были танцоры, да, я не обратил на них ни разу внимания. Сразу, знаешь, вот это какая-то магия, которая в тебе существует, как в человеке, которая забирает все внимание. И еще хотел сказать, уже забыл, черт возьми, то, что Маша это делает смело. Потому что Маша знает уже, что я безумно влюблен в нее просто. Прекрасно. Браво. Пять. Спасибо. Я, честно говоря, очень боялся. Кэти Топурия подарила сегодня Маше Зайцевой, или Маша Зайцева подарила Кэти 20 баллов. Одним словом, в шоу «Точь-в-точь» тебе все хорошо. Присаживайся, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. Маш, подойди поближе, познакомься с Хиблой, чтобы мы были близко знакомы. Вы были издалека знакомы. Мне, конечно, очень приятно было получить высший балл от всех членов жюри. Также мне было очень приятно, что прекрасная артистка, актриса Нона Гришаева тоже отметила мое выступление. Спасибо вам большое. Поэтому вот для меня сегодня абсолютным фаворитом является Маша Зайцева. Маша Зайцева, Кэти Топурия, которая сегодня. Да, Кэти Топурия. Я не очень хорошо знакома с вашим творчеством, но то, что вы сделали сегодня, прям вызвало у меня большое уважение и восторг. Правда. Оценка? Пятерка, конечно же, пятерка. Пять. Итак, у да. Маши Зайцевой пятерка, это значит, что у Маши на сегодня 25 баллов. Свои я оценки, я озвучу свое мнение. Да? Я редко довольна, но сейчас я довольна очень. Очень хорошо получилось. И по звуку хорошо сейчас было, да. Кстати. Обратила внимание? Да. Класс. Ура! Коллега. Спасибо. Смотрим блог дальше. Я
На всякий случай, я спасибо. Еще шнурую, мы тебе говорим про то, про что мы говорили. Значит, все свои. Спасибо. Просто в копейку. Вообще, мы, ребята, мы просто гениальны. Рады, спасибо, Галя. Вы просто... Спасибо. Это просто спасибо большое. Смотрим. Влюблены в каждого. Спасибо большое. Сейчас еще будет красиво. Это было? Это было. Мы так хотели сфотографироваться с армией любовников, но все уже переоделись. Спасибо. Если я первая, то я просто сижу, как бы, я живу на диване сегодня. Класс. Машенька устала, на бочок легла. Устала. Let me get over. Hey, you know, see you there. Ксюш, как ты считаешь, я должна взять ботфорты на вооружение? Какие ботфорты? Вот тебе так хорошо. Еще ты так органично в этом всем Серьезно? Выглядишь. Серьезно? Тебе очень хорошо. Правда? Да. Я не хочу одеваться. Устал? Устал. Вот в этот. Ты меня люби, творишь малюбие. О, это чудо. Ты меня любишь. Можно я в пуховике просто черном сижу? Пока никого нет, можно лежать, да? А я тебя сейчас сфотографирую. На свободном русском. Русский язык, ты как будто что-то общение. Все. И от первой секунды последней. Прямо. Вот все, что говорили, вот прямо протащил прекрасно. Ну что, все молодцы, а где Санька? А его уже нигде не показалось. Вот я ожидал. Пожалуйста, занимаю свои места, мы продолжаем. То есть как бы там все... Peace! Peace!
знаете, как задрав юбку в жажде снять эту башню. Как девчонки выпить хотят, видишь? Внутри меня стаканчик, они вон. Получилось, что сегодня прям офигенная была программа. Как компьютерные игры, эти монстры, знаешь, такие вот. Да, да, да. Как вот? Ну реально. Просто ресница стариком. Саня, прям подперла. Да, да, серьезно. А такая песня красивая еще. Она просто гениальная. Много, но оно все. Для меня это трудно. Знаешь, я присоединяюсь к этому слову. А наполненность офигительная. Я не понимаю, поэтому это на крайнем вообще Фу, сопли, сопли, это же фу! А, какой кошмар! Оторвите мне нос! Мозги! Спасибо огромное за это удовольствие. Я вас люблю. Все, все, пока, Настя. Все, пока. Друзья, дорогие мои, я очень была рада с вами поделиться очередным влогом. Оставайтесь со мной, ставьте лайки, задавайте вопросы. Я очень ценю ваше внимание, и мне всегда действительно очень интересно ваше мнение. До новых встреч. Встречаемся на следующей неделе.